Службе участковых уполномоченных полиции исполняется 99 лет. Ее не случайно называют самой народной в системе МВД, ведь именно участковые первыми приходят на помощь людям, и уже по их работе граждане судят о деятельности полиции в целом. Алексей Марченков работает участковым с 2017 года. С детства меня учили помогать людям, а где это можно сделать, как не в полиции. Некоторые моменты приходится пропускать близко к сердцу, особенно когда дети воюют с родителями, родители выгоняют из дома детей, близкие люди становятся кровными врагами. Просто смотришь на это и не понимаешь, как такое может произойти. В этом году в Приморском крае участковыми уполномоченными полиции выявлено 2458 преступлений, рассмотрено более 155 тысяч жалоб и обращений граждан. В результате проводимых профилактических мероприятий в регионе на 23% снизилось число преступлений, совершаемых по бытовым мотивам. В преддверии профессионального праздника прошел традиционный конкурс МВД «Народный участковый». В Приморье победителем стал капитан полиции Александр Мартеха из Черниговки. Участок, который я обслуживаю, охватывает в основном частный сектор. То есть у меня люди простые, сельские граждане. У всех огороды, проблемы одинаковые. С ними всегда можно найти общий язык, так как я сам человек сельский, вырос на земле. Где-то я им подскажу что-то, где-то мне подскажут. В профессиональный праздник желаем участковым уполномоченным полиции крепкого здоровья, успехов в нелегкой службе, а также терпения, покоя и порядка на административных участках. Анна Дьякова, новости на 8.